Приветствую вас, друзья, на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром один из российских телеграм-каналов сообщил нам трагическую новость о нашей любимой российской актрисе Алисе Фрейндлих. Я знаю, что многие из вас являются большими поклонниками и фанатами этой актрисы. В данной новости говорится, что несколько дней назад на одном из телешоу, куда была приглашена актриса, она сделала громкое заявление. В этом заявлении говорится о том, что ей придется на несколько месяцев уехать из России для того, чтобы пройти небольшое лечение за границей. С чем это связано, Алиса Фрейндлих так и не рассказала. Уже чуть позже мы провели собственное расследование и выяснили всю тайну этого заявления. Как оказалось, несколько дней назад российские медики обнаружили у Алисы Фрейндлих тяжелые заболевания. Какое именно, пока еще никто не знает, да и вряд ли узнает, ведь это медицинская тайна. Вот из-за этого Алиса Фрейндлих должна и покинуть территорию России, чтобы лечиться за границей. Давайте, друзья, в любом случае поддержим Алису Фрейндлих. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Рекомендую вам подписаться на наш YouTube-канал, нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить те выпуски, которые мы приготовили для вас. Мы с вами не прощаемся. До скорой встречи на нашем канале.